кошка похожа на Сервала. Кошка яркая, кошка красивая, кошка, имеющая дикий облик, но при этом наделенная темпераментом домашней кошки, которая не представляет опасности для маленьких членов семьи, для других животных. Дети у заводчика – это один из таких важных инструментов питомника. У нас даже вопрос не стоял о том, что как бы, ну, купить там на Авито, например, где-то. У нас четко была задача купить животное с документами. То есть мы тогда еще не думали, там, кастрат, не кастрат. Мы сразу покупали, мы говорили, если бы она была кастрированная, может быть, и не родился бы питомник. Они очень, скажем, уязвимы в том плане, что обычная кошка, она надает по мордасам, и все нормально будет, да, и ребенок больше не полезет. Нет, он будет терпеть до последнего. Не было ни разу, чтобы сфинкс, допустим, царапал ребенка или как-то вот себя защитил. Поэтому они в этом плане очень такие беззащитные. Понимаете, да, чем отличается чихуахуа с документами от чихуихуи без документов. То есть, как бы, разница, она колоссальная. Бреют, выстригают, что тут не делают, там, убеждают, что, ой, это все отвалится, не переживайте, все будет нормально. Ну, как бы, и люди на это ведутся. А потом печальная история о том, как животное, к сожалению, оказывается на улице, потому что не оправдали каких-то надежд